Всем привет! Сегодня поговорим о проекте Syndex. Syndex – это платформа, которая позволяет управлять средствами в личной учетной записи пользователя, копируя действия менеджера. Syndex представляет своим пользователям возможность входа на криптовалютный рынок и доступ ко многим из этих сервисов, включая управление активами криптовалюты, социальные сети в данной экосистеме. Каждая сделка, проведенная в экосистеме Syndex, документируется на блокчейне, что позволяет пользователям Syndex легко получать доступ к проверенной истории торговли. Эта информация представляет уникальную систему ранжирования, которая позволяет пользователям Syndex просматривать список менеджеров мирового класса и просматривать историю их работы, статистику и другую соответствующую информацию. Инвесторы, в свою очередь, используют информацию о платформе Syndex, чтобы выбрать соответствующих менеджеров и направить их криптовалютность. Учетная запись менеджеров будет синхронизирована с учетной записью инвестора через API. Это, несомненно, серьезное отклонение от статуса quo, потому что инвесторы используют опыт трейдеров, которые уже добились успеха. По сути, каждый является победителем в экосистеме Syndex. Таким образом, Syndex – это платформа, с помощью этой платформы решает проблему доверия, неопределенности и нехватки некоторых вещей. Токены, которые будут управлять экосистемой Syndex, называются Synx и построены на цепочке эфириума. Общий объем выбросов составляет 51 миллион 500 Synx и будет распределен следующим образом. 12% команда, 6% баунти, 7 адвайзеры, 12 резерв, 3 комьюнити, 9 поддержка и 51 доступных для продажи. Вот. Далее хотелось бы сказать про систему оценки проекта. Проект Syndex имеет специальную систему оценки, которая использует все файлы данных для анализа действия трейдеров и поиска наиболее успешных и талантливых специалистов для инвесторов. Все криптовалютные активы находятся под надежной защитой, ими можно управлять непосредственно из кошелька. Удобная современная система, созданная командой разработчиков Syndex, позволяет вам делать все финансовые операции очень быстро, с наименьшим количеством рисков. Далее хотелось бы поговорить о том, что на сайте представлена очень интересная и информативная инфографика. Можете ее посмотреть. Распределение токенов и команда данного проекта. Команда данного проекта интернациональная. С каждым из членов команды вы сможете ознакомиться, перейдя по ссылкам в их профиле в LinkedIn. Также представлены адвайзер проекта. Хотелось бы отметить очень высокий рейтинг данного проекта на различных ICO-трекерах и количество собранных средств на начальных этапах продажи токенов. Перейдем к рассмотру рейтинга на ICO Bench. ICO Bench – один из самых именитых ICO-трекеров. Рейтинг данного проекта на ICO Bench составляет 4,4 из 5 при 5 экспертных оценках. Это большая сумма. Сам алгоритм Bench оценил данный проект на 4,9 из 5. Софткэп данного проекта составляет 3 миллиона 800 тысяч долларов, хардкэп – 21 миллион долларов. Один Syndex стоит $1 США. Вот, в общем-то, и все, что хотелось рассказать о данном проекте. Чтобы подробнее с ним ознакомиться, переходите по ссылкам, которые я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. До свидания.